Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. Сьогодні у патрулі. Іди сюди. Я став. Тихо, я розмовляю, дорогой. Я їм говорю, що ти дебіл робиш? Здесь мне не цирк, он приехал. Не обнимайте, пожалуйста. Где-то у вас ще є рани или повреждения? Ох, твою мать. Полиция. Открыла? Так, да. Ох, твою мать! Стой! Стой! Шкет! Лежать! Руки назад! Руки назад! Близько 17-ї години нам прийшов виклик на планшет. Сварка в сім'ї. Фабула була, що син б'є маму. Піднявшись на поверх, ми побачили двох жінок, які кричали: «Зупиніть його, зупиніть його». Це був її син. Учитися не хоче, слухати мене не хоче. Сьогодні сказав С і Б, і П на мене. Ударив мене отак ногою, це було вже останнє. Перед цим все время на мене замахується. Ходімо в іншу кімнату, мені розкажете все. Це ваш син, правильно я зрозумів? Так, да, просто мене волнує, якщо зараз таке. Я боюсь. Він же сильний, ви ж бачите, він сильний. Ну, удирає, от, пойду на вулицю, може сидіти на вулиці. А ви знаєте, з якою компанією він спілкується? Він не з тим. Він заїкається. Ну, я його во всі він хворий? У нього лога невроз. Це неврологічне заболівання. Ну, я якби рискнула. Мама повідомила нам, що всі з ним задоволені, всі його хвалять постійно. І, якби, в принципі, для суспільства він не несе ніякої загрози. У нього просто час від часу бувають якісь психічні напади в сім'ї саме, суто в сім'ї. Чому хотів убігати? Каже реакція. Не знаю. Я хоч спугався вас. Тому ти хотів мене вдарити? Так. Да. Чому маму вдарив? Я не знаю, чому. Таке повторювалося раніше? Ну, так, да, це раз. Будеш це повторювати? Ні, не буду. Обіцяєш? Так. Да. Поспілкувавшись з ним, прийняли рішення, що треба відвести його в райвідділ, щоб з ними поспілкувався психолог і вирішив, що далі робити. Поступил вызов о том, что после распития спиртных напитков в компании людей молодых был обнаружен пропажа мобильного телефона гражданином по имени Сергей. Когда мы приехали на место, он был еще с одной женщиной, и они сказали, что есть подозреваемая особа, на которой они думают, что она украла этот мобильный телефон. Так, она мне призналась. Мы сидели. Она мне призналась, что он говорит это самое, что она украла. Вот, поехали. Мы поехали к ней, поднялись на этаж, дверь открыла ее свекровь. Что такое? А где Люба? Откуда я знаю? Дома ищите ее? Здравствуйте. Здравствуйте. Дома ищите Любу. А можно ее посмотреть? Ее комнату. Можно ее комнату? Да, она еще не успела физически дойти. Что вы, она в шкаф запряталась? Вот он, смотрите, вот он телефон. Вот этот телефон. Вот. Вот он. Вот. Тихо. Вот телефон? Это телефон, это мой. Валентина обнаружила свой телефон, якобы пропавший 2 числа. Подозреваемая Любовь в квартире не оказалась. Вчера пили, раком прилезли, она тоже, и украла телефон. Вы не кричите. Вы телефон. Вы я раком не прилазил. Все втроем лазили нет, раком. Я видела. Нет. Я видела, я не нет. Слепая. Нет. Еле пришли домой вот эти почему вот ханы. Вы кричите? Мой, клянусь.
клянусь, вот на колени встану. Мама, клянусь, ей ничего карточки. Не стоит 5 грамм выпить и клянуться. Что вы знаете? Я... А что вы думаете, я ханы не знаю борщевого. Как ее зовут? Как мне зовут? Я здесь живу. Я могу не снимать. Ай-яй-яй. Сейчас карточку найдем. Детей сейчас ты найдешь. Объясните, пожалуйста, при каких обстоятельствах вчера исчез телефон? Короче, мы сидели. Тихо, вы мне ничего не говорите, вы мне расскажите. Быстрее. Мы сидели, выпивали. Было темно. На столе мой телефон был. Телефон лежал на столе? Да. Начинаю звонить. Ну, у себя в кармане был телефон. Я начинаю звонить. Три гудка вызов. Потом херяк, телефон выключился. Вы вчера заявление писали? Нет. Вчера день учителя был. Мы с Любой раньше жили. Да, и у меня телефон пропадает. Я в шоке. Сука, ну сука. Когда мы уже отходили от парадного, мы услышали крик с окна. Кричала Любовь. Не надо крики вот эти устраивать. Идите на твою честную. Валя, стоять! Вот она. Вот она. Иди сюда. Так, успокойся. Стоять! Когда она спустилась, она заявила, что телефон Сергея она не брала, а этот телефон она якобы подарила дочке Валентине и решила его забрать после определенного конфликта, который произошел 2 числа после распития алкогольных напитков. Вы брали телефон еще? Брала. Вы что, издеваетесь? Брала. Чей это телефон? Это мой телефон. Так, слушай, так, знаешь, это ваше. Мне его подарил мой начальник. Нет. Когда? Подождите, когда? Это было 2 года назад. Мне подарил начальник там, где я жила. За что? Что за что? То, что это Рита, я ей подарила. Она меня обозвала руками. Да мне п***й, ты дорог. Ты мне сказала, что ты взяла телефон. На две карточки. Что ты хочешь в ломбард. Или хочешь моей дочери подарить. Не кричите, Валентина. Я на две карточки. Вы тоже, Любовь, не кричите. На почве алкоголя, когда люди распивают алкогольные напитки, это частые конфликты, причем эти конфликты могут перерастать в разные конфликты. Это не обязательно мобильный телефон, это могут быть и драки, могут быть какие-то упреки, ссоры, могут быть все что угодно. То есть это не редкость. Телефон вы дарили? Да. Зачем вы его сегодня решили забрать? Ну, это же надо было как-то обговорить вчера точно. Во-первых, она меня перед этим на работе. Ну я понимаю, вы же могли как-то сказать, Валентина, я хочу забрать тот дарение телефон. Я ей сказала, она мне сказала, я тебе ничего не дам, вот ты мне ничего не должна. А зачем вы забрали? Зачем он вам нужен? Потому что это мое. Так это же у ребенка был этот телефон. Вы же ребенку подарили. Ну может, да, я получилась, что так у меня получилось. Ну неправильно я поступила. Выпили, оставайтесь с людьми, все мы люди, и в принципе я не вижу никаких ситуаций таких, которые именно могут быть проблематичными. Держите себя в руках, у каждого могут быть эмоции, надо с этим справляться каждому. То есть я не считаю это большой проблемой. Водій автомобіля Volkswagen CC чорного кольору, держномерний знак АА-88-85МС. Прийміть, будь ласка, правіше. Зупиніться. Доброго дня. Пред'явіть, будь ласка, документи ваші на транспортний засіб. Ну, дивіться. Має бути видне з 20 метрів. Це якби трошки є порушенням з таким номерним знаком їздити. Так. Об'ясняю. Пару днів назад. Ну, у мене украли знак. Так. Вот. Поехал, мне дали новую. Помыл машину. Тут, короче, пленка ну, была на номере, она сдулась, упала. А вы заяву писали с этого приводу? Да я на этом, на Запетровке, там, где выдают дубликаты. Ну, позвонил, объяснил ситуацию. Они говорят, бывали такие приколы. Водій даного автомобіля рухався на своєму автомобілі без чітко видного заднього номерного знаку. Його майже неможливо було розгледіти з 20 метрів. Але він пояснив, що в нього його номерний знак було викрадено, про що, до речі, свідчить зараз кількість викрадень автомобільних номерних знаків. І він зараз їде на Пірова, там, де він вже собі замовив такий самий номерний знак, обіцявся його поміняти. Поки що обмежились усним попередженням. Машину перевірили по базі, з нею все добре. Вихідні дні, от сьогодні конкретно субота, постійно
граждане, которые распивают алкогольные напитки, допиваются до той стадии, когда уже просто не могут идти. Они падают, валяются по закоулкам, граждане постоянно жалуются. Молодой человек, слышишь меня? Да. Встаем. Встаем. Как самочувствие? Чего отдыхаем? Выпили лишнее? Как зовут вас? А. Как зовут вас? Ага. Ахмед, где живете? А? Ахмед, где проживаете? Где вы проживаете, Ахмед? Эти там дети. Документы есть у вас какие-то? Нет, у меня нет. Нету? Носите, видать. Проверить вашу личность. Спасибо, это не документы. Это себе это оставьте. Это не документы. Где проживаете? С кем проживаете? Сам себе проживает. Сам проживаете? Да. Где проживаете? А где? А тебе какая разница? Большая разница. То вы здесь не спали, идите домой спать. Чего вы здесь спите? Я тут спать, мне тут хорошо. Здесь вы не будете спать, здесь детки маленькие гулят, вы здесь спать не будете, Ахмед. То, сколько тебе надо, дай. Что, мне ничего не надо, идите домой спать. Данный гражданин тоже перепил, вышел, видно, не дошел домой, потому что живет где-то в той стороне. Ты вот там глядение, то все. Типа. Ахмед, давайте. Мы здесь не смеяться с вами приехали. Вы сейчас или идите домой, или мы едем в райотдел. Я вам серьезно говорю. Здесь с вами не цирк, он приехал. Здесь райотдел. Не обнимайте, пожалуйста. Держите дистанцию. Мы вас не совсем понимаем. У вас речь невнятная. Людей. Ахмед. Я иду, Ахмед. Вы за ковыря. Все. Вы слышите нас? Дядя, я тебя ее... Ахмед, вы слышите? Ахмед, не нарушайте общественный давайте, порядок, идите пожалуйста, домой, идите домой. Дома ляжьте, отдыхайте. Если сами, я люблю Украину. Украина моя талант. Вы слышите нас, Ахмед? Слушай, флаг я поставлю. Я флаг сегодня поставлю. Детка, я тебе поддержу, ты меня поддержишь. Алкогольного опьянения в общественном месте. Вы слышите нас? Не матюкайтесь, пожалуйста. Я тебе поддержу, ты меня поддержишь. Я вас поддержу, идите домой спать. А не хочу, вот мои друзья, вот спаси. Это ваши друзья? Это хорошо, что были знакомые люди, которые смогли просто знали его и доведут домой. Рассказал, что там где-то у них война, понятно, и были у него эмоции, что он начал и плакать. Войны не будет! Войны не будет! Слышишь, мне хочешь убирать, послушай меня сюда, хочу убирать. Я хочу убирать. Ахмед, прекратите, пожалуйста. Вам есть ради кого жить, и перестаньте вообще выбросить эти мысли у вас с головы. Так, все. Идем домой. Вам помогут дойти домой. Я понимаю, что тебе больно, что тебе печально. Там куча война, там что? Ну, у вас ее возят. Друзья, как? Пошли домой, жене, братан. Зачем тебе это видео? Погнали. Мы пытаемся всячески по-нормальному к ним относиться, проводим разъяснительные работы, поднимаем, приводим в чувство. В машине у нас всегда есть банка на шитыря, потому что скорая тоже не может приезжать на каждого человека такого. Мы многих поднимаем и без помощи скорой помощи. Проводим разъяснительную беседу, но пока все равно случаев таких много. Далее у патрули. Заходите, пожалуйста. Ой-ой-ой. Заходите, пожалуйста. Снимайте, пусть наши депутаты видят. Вы обекрали меня, мою семью. Твое счастье, что ты не вез ни моего внука, ни мою невесту, ага. Ни моего сына. Ну, протоколы. Да что это конце-то концов? Коммунальный транспорт. Патрулюючи Шевченківський район отримали виклик, що по вулиці Щербакова в ломбарді конфлікт покупця з продавцем з приводу того, що покупець придбав телефон, iPhone, кілька тижнів тому. І тепер, коли зрозумів, що він не належної якості, вирішив повернути його. Я у вас покупала цей телефон, правильно? Як це, откуда ви знаєте? За 2400 у вас есть видеонаблюдение, мы можем снять то, что вы говорили буквально полчаса назад. Вы мне продали телефон за 2400.
в неналежному стані. Ви не видали мені чек. Я у вас попросила книгу жалоб. Ви сказали, що у вас неї нема. А сказали мені, це зараз можна зафіксувати, це було у вас ж є відеозйомка, що ви у мене цей телефон, iPhone, до речі, приймете за 500 гривень. Ви обікрали мене, мою сім'ю, на 2100 гривень. Але не зміг це зробити з ряду причин. По-перше, тому що не можна довести, що цей телефон був придбаний саме тут. По-друге, тому що покупець цей телефон, купуючи, віддав гроші, але не отримав жодних паперів, жодного чеку від, власне, від ломбарду. В принципі, якщо поступати по-чоловічески, да, нам приходять люди, перевіряють тут техніку, просять хоча б, ну, там, сутки, да, двоє, я розумію, да. Це перший раз, що нам приходять вообще через місяць. Ну, вона каже, що поверталася в той же день. Не возвращалась в той день. Зрозуміло. На відео це все буде видно, що вона купила і не поверталась. Так? Я не знаю, чесно. Зрозумів. Зараз напишемо заяву, а далі вже спеціалісти будуть розбиратися, чи мають вони право взагалі вести таку діяльність. Тому що я не знаю, як у них, от як відбувається цей продаж БУ товарів, чи повинні вони видавати якийсь чек, чи є в них якийсь термін для повернення. Що зараз у них є відеозйомка, і вони стверджують, що ви в той день не поверталися і не просили, щоб вам повернули цей товар. Щоб вам повернули кошти за товари, придбані вами. Тому зараз прийде керівник, будемо намагатися долучити до справи відео, щоб зрозуміти, хто каже правду і наскільки взагалі їхня діяльність відповідає законодавству хорошо, України. Хорошо. Зараз слідчі дії будуть здійснюватись вже працівниками міліції, але вже зараз можна зробити висновок, що завжди купуючи товари такого типу та й будь-які товари, завжди потрібно вимагати чек і не віддавати гроші просто так. Водитель троллейбуса создал аварийную ситуацию, и люди, пассажиры, хотят его проверить на алкоголь. Пожалуйста, снимайте. Кто водитель? Вы водитель? Работа. А что, в чем проблема? В том, что он создал аварийную ситуацию. Значит, объясняю вам ситуацию. Да. Езжая по Трутенко, подъезжая к перекрестку, там есть светофор, который указывает направление движения. За нами стояло еще два автомобиля. Он начал сигналить, потом выехал навстречку. Машины, идущие напротив, некуда им деваться, они выскакивают на бровку, показывают ему, что он дурачок. А он прет. Я ему... Тихо, я разговариваю, дорогой. Я ему говорю, что ты, дебил, делаешь? Позвонили в диспетчерскую, диспетчерская сказала, никто приезжать не будет. Я вызвал милицию. Ну что ж вы нарушаете? Ну, говорит, что немножко... Что немножко? Уставший. И поэтому нарушил. Ну, все люди. Угу. О, все. Все, видите? Слушай, ты возишь людей не на ВОЗ, это коммунальный транспорт, и должен кто-то отвечать. Правильно, что ты делаешь? Да. Движения, а да, если бы ты вез людей, вез, а он, ты же не на ВОЗ. Он без людей, да, Вол? Без пассажиров. Ему повезло. Я говорю, да тебя повезло, убить, да, надо, через форточку выкинуть. Я очень большая благодарность таким вот активистам. У нас есть люди, у вас побольше бы таких, чтобы правонарушители его могли ловить. Твое счастье, что ты не вез ни моего внука, ни мою невесту, согласна, ни моего сына. Ну, протокол ему. Да что это конце-то концов? Коммунальный транспорт. В принципе, водитель признает вину и сказал, что больше так не будет. Протокол оплатит сразу же. Приехали по вызову, что сосед по коммунальной квартире, заявительница, лежит в коридоре, не может попасть в комнату, непонятно в каком состоянии, просто лежит. Здравствуйте. Это вы лежали тут? Скорую вызвала уже. Да. Это мой сосед по коммуналке. Что у вас такое случилось? Что с вами? Скажите. А? Что-что? Пирожки выпили, да? У вас все хорошо? А где он живет? Да. Вам нужна скорая помощь? Как вас зовут? Как вас? Напротив, он ключи, тут живет, да? Он на улице. Какой ключ у вас?
Этот? Другой? Да, он один живет. Другой? Жена, ребенок, сестра, тетя, дядя. А работает где-то? Нет. Вот самое интересное, сейчас зафиксируйте. О, все. Заходите, пожалуйста. Ой-ой-ой. Заходите, пожалуйста, снимайте, пусть наши депутаты видят. И как мне с этим жить? С этой волей? Ключ. Сергей, берите. Заходите и снимайте. И пусть наши депутаты перед выборами. Я писала, я просила. Это бесполезно. Понимаете? Бесполезно. Пусть у него есть куча родственников. Скажите, а контакты родственников есть у вас? Или сам? Они не хотят с ним общаться. Как на родственников можно выйти? Вы же говорите, у него жена, дети есть. У него спросите. Сергей, у вас есть телефон кого-то из родственников? Он тихий сейчас. У него вообще телефон есть? Телефон? Нет, у него ни света, ни телефона, ничего. Он батарею отпилил и пропил. И можно жить с таким человеком? Нормально. Сергей, подождите, за воду я плачу. Вы меня понимаете? Слышите меня? Он ни за что не платит. Слышите меня? Плачу. Что вы такой тут бардак развели? Вам приятно в нем жить или что? Супруга, ну, сейчас скоро я приеду. Что супруга? А где супруга? Вы сейчас не встречались? Нету? Ну, так а что, вы порядок тут не можете навести? Посмотрят. Никакой реакции. Сколько вам лет? Нет. Сколько? Не помню. Не помните, сколько вам лет? В Киеве дети живут? Да. В Киеве? А знаете где? Адрес. Или, может, телефон у вас есть? Есть телефон детей? No. Нету? Oh. А ну дайте. Ребята, скорая приехала. А ну дайте мне номер детей. Скорая приехала. Ну это ужасно. У вас что-нибудь болит? Нет. Вы в медицинской помощи нуждаетесь? Посмотрите, у него рука разорвана. Нет. Слышали? Мы слышали, да. Да, это... И там рука разбита, серьезно. Да. Ну, там, смотрите, пожалуйста, там... левая рука там серьезно разбита у него. Ну, мы его можем завести в травмпункт. В травмпункт, чтобы ему хотя бы руку полечили. Ну, чтобы полечили. Там гематома, перелома нет. Его забинтуют и отпустят домой. И все. А кто его оттуда заберет? На котельник. Это просто гематома, да? Это гематома. Там где-то травмирован сосуд. Где-то у вас еще есть раны или повреждения? Вы выпивали сегодня? Нет. Пиво он принес же? Ну, принес, так что он его... Ну, Сергей, вы не выпивали ничего сегодня? Пиво пили? Нет? Нет. Точно вы ничего не пили? Вчера. Вчера пили? А почему вы здесь лежали в коридоре? А на улице чего упал? Там на улице упал. А почему вы падали, скажите мне? Вы плохо себя чувствуете? Вы не можете ходить? Почему вы падали? Почему вы здесь лежали? Потому что, когда он не похмелится, у него припадок. Извините. А почему, Сергей? Почему? Что? Почему вы здесь лежали? Вам плохо было? Я не знаю, что на ваше сопротивление, он не кратко не становится. Сергей, вы в больницу поедете? Нет. Сможете расписаться? Да. Ну, давай. Вот здесь вот, что вы не хотите в больницу. Где? Вот здесь. Пусть пока у вас проветривается, ложитесь спать. Подождите, и вечером, чтобы тут все поубирали, вы поняли? Чтобы он закрылся, а то скажут, что мы его оборвали. Ну, значит, завтра все, чтобы... Сергей, сегодня часть, завтра закрывайтесь. Часть. Иди закрывать. Вот эти все бутылки повыносите, вещи разложите. Вы поняли меня? Да. Поподметайте тут. Сергей, смотрите, сколько у вас паутины. Поубирайте паутины. Мы завтра, значит, вечером приезжаем и смотрим. Чтобы он закрылся. Все ясно? Сейчас мы попросим. Сергей, вы сможете закрыться изнутри? Помогите. Закройте, пожалуйста. Он не встанет. Ну так закрывайте ключами. Да они тут без ключей. Так, мы завтра приезжаем. Вы поняли меня? Чтобы поубирали. Чтобы чисто тут было. Дивіться у наступному патрулі. Покажитесь, пожалуйста. Це який нас зривав в торговому залі, який хапав монтировку в руки. Рейдерський, саме сказати, хто з них рейдер. Ми? А ні! А ви що не бачите? Я забував, що це собственник. У нас була брата, він мені зашив подушку і спугав ребенка. А сказаплін! Ти кокаїна, рамси путають! Мне плохо! Я болю! Хорошо, скоро вам вызвать? Вызывайте! Вызвать.